периодически приезжал, уезжал, и вот уже последние 2 года я здесь. Сидя на диване, в твоей жизни ничего не поменяется. Я мама гимнастки, мы постоянно с ней куда-то ездим. По холодному Минску совсем не скучаю. Меня зовут Яна, живу я в Майами, вот в этом прекрасном доме, в солнечном Сан-Айлс. Вот мы приехали домой. We'll back in 30 minutes. Thank you. Вот наш Ocean 2, наше любимое здание. Это как бы ресепшн, да, то есть как бы все гости, они, которые к нам приходят, они проходят через нашего ресепшниста. Сейчас, подожди. То есть мы, никто не может попасть ни на какой этаж, тебе нужен как бы специальный такой ключик. Ты подносишь, то есть и на свою партию нажимаешь. Это у нас такая как плейрум, да, то есть плейрум, здесь можно играть. Можно, как, знаешь, это в аренду взять и какие-то пари сделать, какие-то, знаешь, там вечеринки. Вот у нас наши фитнес-классы, с которых проходит каждое утро. Здесь у нас обычно йога с утра, танцы. Вот, я очень люблю это место, потому что такой океан, ты смотришь. Они вообще сейчас полностью будут делать ремонт, потому что это уже старое здание, то есть это считается уже для Сан-Айлс такой старый дом. Сауна. Здесь у нас хамам, как бы. Вот, здесь у нас как, такая полурусская, полуфинская, что ли. То есть все жильцы этого дома могут пользоваться в любое время вообще суток. Бесплатно. Я люблю эллипсоид по утрам с хорошим видом. 45 минут. Грибной хороший тренажер поставили. Ну, я считаю, что очень даже достойные тренажеры. Хочется дома, а потом понимаешь, что в доме очень нужно много иметь maintenance, знаешь, чтобы тебя обслуживали и так далее. А здесь у тебя все готовое, у тебя машина в Валее забирает, продукты тебе приносят с машины прямо на кухню. Короче, вообще, как в сказке. Алис приезжает прямо к нам в квартиру. Вот. У нас еще Новый год до сих пор. Вот наша квартира. Наш прекрасный вид, знаешь, просыпаешься, как это, на, не знаю, как на корабле, что ли, себя чувствуешь всегда, знаешь, видишь корабли, вертолеты, самолеты. Детям раздолье с видом, с хорошим они, знаешь, постоянно игрушки. Здесь у нас кухня. Вот у нас балкон, на котором, кстати, мы очень редко бываем, потому что здесь сильный ветер, знаешь, и не всегда можно находиться из-за ветра. Наша квартира стоит около 2 миллиона, 2200, что-то такое. Да, мы ее снимаем. Это все хорошо, это картинка, но я такой человек, что, знаешь, я могу и в палатке. Главное, с милым, знаешь. Главное, чтобы все были здоровы, потому что если заворачиваться только на одном этом, да, мы ради этого живем, стремимся, работаем, и как бы зарабатываем деньги, ради чего еще, естественно. Но что все, вот, что мы здесь видим, и люди, которые живут в этих дорогих домах и так далее, они на самом деле труженики. Они, знаешь, Америка такая страна, что здесь никто тебе ничего не дарит. Приходится работать, я знаю, как все давалось тяжело нашим там друзьям, моему мужу. Он как бы из старых отелей делает перевоплощение в такие новые уютные отели. Знаешь, какие-то трудности в жизни, которые ты преодолеваешь спустя время, дают тебе какое-то вознаграждение по жизни, как бы. Так мой день, утром дети, завтрак, школа. Мы собираемся в русскую школу. Он сегодня не в духе, наш большой мужчина. Давай. Не с нами. Да?
называется ванна? Расскажи. Ну, вот это у нас такая плаза. Здесь есть магазины, супермаркеты, салоны. Есть многие русские магазины, фитнес. А на втором этаже мы идем на второй этаж. Там есть маленькое такое место, русская школа, где детей развивают. У них математика, русский, письмо, чтение. Они разыгрывают разные сценки. Давай. Пока. А дальше я иду на спорт. Но так как вы у нас в гостях, поэтому перенесем на другое время. Это район Холливуд, да, то есть вот, пожалуйста, вот так вот можно тоже скромно жить, вот домик, видишь, лодочки, как бы недорого, зато во Флориде, в Майами, вот, 80-100 тысяч, честно говоря, даже не знаю. Посмотри, вот это вот уже такое, здесь вот реально, вот это вот Америка, вот это реальная Америка, вот так, здесь живут американцы, испанцы, свой район. Нет, ты знаешь, я буду бояться здесь гулять. В Белоруссии в этом плане, конечно, безопаснее. Free car wash. Видишь, car wash хочет помыть на машину. Она бесплатно. Здесь вот это все стоит дешево. Здесь, продав какую-то квартиру, хрущевку в Минске, можно купить, я думаю, себе домик такой поприличнее даже. В Белоруссии я жила, где я только не жила. Но чем я занималась, это мы открыли с моими партнерами интересное такое место, Хемингуэй. Это было такое коворкинг-место, место как фото-видеостудия, вот, это была кофейня. И плюс еще были у нас такие кислородные коктейли с детскими игрушками по всем поликлиникам, по регионам Республики Беларусь. Почему решила уехать? Ну, во-первых, кризис в стране. Во-вторых, я всегда мечтала. Плюс у меня поступили интересные предложения по работе, от которых мне было сложно отказаться, потому что я поняла, что как бы вот то время, когда пора уже переезжать. Чем занимаюсь? Помогаю мужу немножечко декорации отелей его, потом сейчас я вот готовлюсь к университету. Малыши! Привет! Как дела? Вот какую красоту сделали. Все, спасибо. До свидания. Туретт from David. It's his friend. Yeah. Мы, наверное, будем самыми первыми, потому что в Майами всегда все опаздывают. Congratulations. It's for you. Thank you. I'm Valor. He's Team Mystic. Ah, nice. I think that he will be okay. But if something, just I'll call you. Just call me. То есть вот весь день так вот проходит у нас в рутине, в активной рутине. Все вот это вот по капле, знаешь, там из тысячи, он из тысячи сделал миллион. То есть он приехал в Америку иммигрантом, он, знаешь, доставлял пиццу, работал на таких, знаешь, достаточно низких уровнях. Но он стремился, он хотел, слушай, все можно, все реально, знаешь.